10 стих. Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Слова-то вообще понятные, ничего не надо. А вдумайтесь в этот смысл, просто отдельно. Служанка-то сказала, какие чудные слова. По этим словам Бог определять будет, были мы с Господом или нет. И она подтвердила: вы были с Ним. Ну, рядом хотя бы толклись были. И люди как будут желать? Я был с Иисусом. Даже я был в хорошей общине, я был с верующим, у меня наставник был. И он начал отрекаться, не знаю его. Вот делами, может быть, мы отрекаемся давным-давно, что мы никакие не православные, мы не христиане. Тут смысл-то еще какой тайный заложен. Нам говорят: ну, мы видим его с бородами, с платочками где-то, а я давно не христианин. Я так привык, просто вот хожу и... И он отрекся. Из-за чего? Смелый человек, он неоднократно был при смерти. Кто на море не бывал в буре, тот горе не видал. А он видал это горе неоднократно. И вдруг какая-то служанка, как говорит, девчонка, подошла, и как будто его никакого не было. Петра камень. Какой камень? Разжижился, и грязь потекла одна. И все же это пример и для нас. Я никогда не был там. Был или не был? Вопрос. Знаем мы Господа или не знаем? И вот несколько мест Писания, которые заставляют задуматься. Вот сейчас прочитали Деяния апостола, 20 глава. Страшная глава. Вот апостол говорит, сразу начинает: вы знаете, я был среди вас, учил день и ночь, сидят. Он призвал пресвитеров, но тогда словом пресвитер назывался епископ. Толкование одинаково. Тут и епископы сидели. Но обычно при расставании, чтобы никого не огорчать, хорошая память была, выпьем на дорожку, на пасашок, посидим. Слова-то какие все. А он начал подводить итог. Я вас маленько узнал за 3,5 года. Со слезами я учил. Как я хотел, чтобы вы знали и любили Господа. Ох, какое же горе вас ждет. Вот смотрю, все, блеете по овечьи, но только я уйду, как вы завоете по волчьи. Начнете щелкать зубами. Притом лютые волки из вас самих восстанут. И вся задача будет одна, каждому повлечь за собой. Вот все попы об этом заботятся. Уже 5 столов, больше никого нет. Он на Диме раскрылатился, ряску надвинул, под зеленым сукном держит, никому не подойди. Я как сейчас понимаю, была борьба с местным епископом Антонием, с Новоалтайкой. И священники тамошние приехали меня звать. Никто не поставит, как только вы, прямо... Такие слова говорят, вот может тогда и имел это в виду. Я побыл, разобрался там, как это, и вижу, вам надо идти на покаяние, вы не правы, все до одного. Епископ имеет власть, и вам надо покориться, было ждать дальше. Расположение священников было ко мне редчайшее. Но я подошел к киоску, у них там все против абортниц, газетки-то. И я посмотрел, газету можно взять распространение, заплатил за 500 газет, за 500. Я говорю, потом мне вышить и вышли. Так и не выслали по сегодняшний день. Но священник забыл про епископа, над которым надо победу одержать. Он только видел, что я скрылся и беседую с его киоскершей. Как он заволновался сегодняшней благочинной. Я вышел, он Христом Богом прошел, только не беседуйте ни с кем из наших. Они такие слабенькие. Он понял, что я куда-то их увожу. Теперь он лишается своих прихожан. У меня даже в мыслях не было, но у него другого нет. У него задача увлечь за собой, он увлек, и теперь он над ними раскрылатился, подрезка и держит. Ну и все, больше ничего нет. Я говорю, да я ничего нет, я и говорю, не надо. Да я вообще ничего не говорил даже, он подбивает меня. Нет, они очень слабенькие, они... О, одно. Так ты же настоятель, ты же расписался полностью. Народ невежда в законе, проклят он. Сказали фарисеи, так это самое говорят сегодня и попы. У них задача... Говорить что угодно, то есть превратно, наоборот, на извращение. И задача, чтобы увлечь за собою. И в каждой общине, где бы ни было, держат, ну почти всегда, уже редко-редко какой поп нежеланный. А так сразу за него ходатайство, его желают перевести. Бабки все едут делегациями, оставьте нам этого батюшку, какой он хороший. Как он благословляет и в головку поцелует, и... Ну, все, что надо сделать, там они не знают Бога. Он увлек их за собой, и вот отец власти самый хороший. Начинай слово, не надо, отец власти никогда слово Божие не проповедовал, не надо. Чего вы выдумали? Евангелие, кто вам разрешил Евангелие считать? Видите, как диакон его даже не руками берет, а орарем обхватывает Евангелие, несет. Они все это знают. Это полностью люди, увлеченные за ним.
это лютые волки. Назовите своими именами вещи, уже будет понятно, что... А какой же там Дух-то Святой? Где против Христа, против Евангелия? Да там дух зла, дух тьмы. Неимоверной ядовитости. Он против всего, что влечет ко Христу, будут воевать. А я представляю, апостола Павла взяли. Как они сразу, эти люди, поднялись. Ну, я не думаю, что все были против Павла. Ну, некоторые были. И в каком они пренебрежении, эти люди. А те, которые остались, от Павла отошли, восстали лютые волки. Они же тоже послание Павла получали. Они их или скрывали, или не давали, или опровержения какие-то они их давали. Я учил вас, я родил вас во Христе Иисусе. И вы подниметесь. Один из вас предаст меня, Христос говорит. А разве это нормально? Не нормально, но это естественно. Было и будет так. Это Бог допускает для того, чтобы нас отшлифовать. Чтобы мы были твердо на ногах стояли. Были верные последователи Христа. И не надо этому удивляться. Против Павла воевали. А почему против меня не должны воевать? Против Христа воевали. Ну, а кто же я такой? Да вот надо так делать, чтобы тебя любили. Такой задачи нигде Бог не ставил, чтобы любили. Задача стоит такая, чтобы я любил. А любит меня, уважает или нет, такой вопрос даже ставить не надо. Оно, естественно, все будет проистекать. Но меня слушали, будут вас слушать. Обязательно будут люди и расположенные. Но ты думаешь, что за все ответить надо. И кого ты соблазнил, увлек, ну, в ненужную сторону отвечать придется. Я ведь балансирую все время между этими словами, говорить или не говорить. Я вот сейчас говорю пробовать, может, это последнее в вашей жизни, что вы от меня слышите. Я уезжаю уже в среду. А может быть, и не вернусь. А может быть, не удастся больше говорить. Это жизнь. Это, может, самая последняя моя проповедь к вам. Я прощаюсь каждый раз, не обольщаю себя. Я вам говорю, что нигде вы не найдете спасения, как во Христе и в Писании. Два слова, Христос и Библия. И вот мы читаем и сегодняшнее место. И он поясняет, Матфея 26:51. И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударил раба. Так был или не был он с Иисусом? Был. И он печать оставил свою, что да, я был, вот я ударил мечом. Меня можно проверить. Мы были с Иисусом. Какую печать мы оставили? Какой знак? Кого рубанули по ушам? Ведь вопрос-то этот стоит. Я был или не был с Иисусом? Петр говорит, не был, я никогда его не знал. Вообще, с клятвой даже отрекся. В другом месте говорится, клятвенно. Мы были с Иисусом. С какого дня? Люди, которые у нас были, ходили на занятия, обратились здесь, когда они уходят, все до одного говорят, а я и до этого верил, я и до этого, то, чтобы здесь корни обрезают, ничего нет, я сам по себе, и я вам ничем не обязан. А мы дальше видим, что ничего и нету. Человек все теряет. Раз нет, еще Бог отнимает, и у не имеющего отнимется то, что он думает иметь. И ничего и нет, проходят годы, и люди разложились, ушли в мир, которые у нас ушли, дети у них выросли, я спрашиваю недавно, как дети, все неверующие до одного? Все до одного? Да. Вы почитайте у баптистов, когда он сидел в тюрьме, 28 лет отбыл, возвратился, и все дети верующие. Как они могли их так поддержать? Да это не два дня, а 28 лет. Это полжизни. Полжизни страданий, и притом в наши дни, начиная с 62 года. В нашем столетии. Это у меня все будет отображено в книге. Даже с фотографией. Матфея 27:55. Там были также и смотрели, и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом. Вот кто еще был. Я решил посмотреть, кто был с Иисусом. Где эти женщины, не знаем. Какие они были верные, эти женщины. Насколько они оказались надежнее мужчин, слабые. Утром рано бежали. Они не просто утром, они ждали, не могли дождаться, когда будет утро. И они знали неподъемный камень. Сидели бы дома, ну, вы понимаете, не по вашим силам камень-то. Куда идете-то? Ну, пришли камни, уперлись, стоите теперь все, там, хоть 10 морей пусть придет. Понятно, что? А они ничего бы не достигли. Да, в общем-то, они ничего и не нашли, что ходили. Тьма, ну, понимаешь, женщина, сиди дома, без сопровождения мужчин-то пошли. Я все думаю, ну, Петр был, Иоанн сидели, чего же они не сопровождали жен? Ты свою жену с работы встречаешь-то? Или боялись все еще сидели? И они что, не оповестили их совсем? Сколько вопросов здесь? Но ими двигала любовь. Они потеряли учителя. Это верные последовательницы. Вот женщина, 8 марта, жен мироносец день. Вот женский день. Подражание так вызывает какое. И они ходили с Иисусом. И они пошли по миру дальше, стали свидетельствовать о Господе.
Если верующая жена, она мужа многому научит своей жизнью, без слова. Она воспитает детей, служанок, Златоуст говорит, как много ей дано. Мужчина это создание такое, на ниточке можно вести. Ты знаешь, часто, говорит, через желудок к нему подходит. Да кротость и смирение, ничего дороже больше нет. И вот такие жены встретились. Смотрели, как Христа распинали. Пропитались этим страданием. И сами пошли на страдания. Марка 10:52. Иисус сказал ему, иди. Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Встреча с Иисусом дарует зрение и благословение на дальнейший путь. Почему люди не идут на свидетельство? Одна из причин не было внутреннего перерождения. Если ты узнал об этой радости о Христе, ну день прошел, ну вчера кому ты сказал о Христе? Ну хоть одному, хоть где-то, хоть маленькое зернышко-то. И что некому, вся эта окрестность евангелизирована, весь город знает Христа. И соседи все знают, и ребятишки, и на лестничной площадке, и на даче. Ну найди способ подойти и сказать. Не сяду за стол, если кому-то не засвидетельствую о Христе. Вы знаете, колдуны умирают, обязательно кому-то надо передать свой дар. Хоть внучка, хоть кто, и протягивает руку, чтобы спихнуть демона. В этом тоже что-то есть. Почему христиане-то так не заботятся? Мне уже скоро умирать, кому этот салам-то отдать? Этой любви к Господу. Я по частям перебираю с первого дня, как услышал. Будет день, когда передо мной появятся люди, кому за свою жизнь я сказал о Христе и Евангелии. Говорят, а определяется по тому, сколько людей тебя придет хоронить. Не думаю. Златоуст говорит, не поэтому определяется, а потому, что на суде Божьем будет. Вот там они, говорит, примут вас в обители. Те люди, кому вы сказали, кто обратился. Лука 23:26. Изухотив Симона Кириньянина, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Встреча с Иисусом повлекла насилие над ним. И даже страшно сказать крест Иисуса. Обычно Господь говорит, возьми крест свой. И был один человек, который нес крест Христов. Но иногда так бывает. Крест страны взваливает на себя человек. Вот говорят сейчас, виноват царь, не виноват, что отрекся от царства. Что он должен делать? Он сделал, послал телеграммы, все военнокомандующие отреклись. Но весь народ, 85% были за него.